Всем привет, и сегодня я буду играть со своими друзьями в наше выживание, там где мы построили город. И как вы помните, в прошлой серии мы начали лутать особняк. Я пошел помогать своим друзьям подобрать ирезы, и тут я что заметил? Зомби фулл алмазной броне. И это 100% броня Никиты. Подождав, пока Никита придет, я его убил, и Никита свои ирезы подобрал. После этого экипированного зомби я зашел в особняк и нашел сундук сразу же. С золотым яблоком и ведром. А еще я нашел сундук очень ценный. Там была алмазная мотыга и кузнечный шаблон. А вот я нашел комнату, в которой очень много шерсти. Я подумал, что в этой шерсти есть какие-то блоки, типа алмазные, золотые или лазурита. Я начал ее раскапывать. После неудачных раскопок я нашел комнату, в которой очень было много сундуков. Бегая по особняку, я нашел комнату с вызывателем. Меня там чуть не убили, и бегая, я хотел подобрать этот тотем бессмертия, но наконец-таки его подобрал. Это было долго, и меня чуть не убили несколько раз. И Никита убил этот поборник. Мы нашли огроменную пещеру под этим особняком и пошли ее лутать. Пока я добывал мух, меня подорвал крипер. Хорошо то, что я себе точку спавна недалеко сделал. Подобрав вещи, я понял то, что некоторые из них могли упасть в лаву.
Еще в той пещере я начал собирать ягоды эти. Я Саша только что столько ударил. Спасибо. Так. Ого! Тут Саша у себя капец как сильно украсил дом. Я сейчас украшаю парк свой. Ну как, это не мой парк, а городской. Были. У меня нет сундуков. Я все на склад перенес свое. У меня нет листвы. После того, как я украсил парк, я начал украшать свой дом. Территории я пошел и собрал урожай на огороде. Ну а на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр.